Радио 54. Нет сценария, они работают по книжке. Да-да-да, это проза, это не пьеса. Никто не переписывал, не подгонял, что мы оставляем, да, что да, не оставляем. Они решают это сами на ходу. Конечно, вот во время репетиции приходим, понимаем, что так. Ну, какой-то определенный скелет у нас есть. И мы просто на него потом дальше накидываем, либо что-то убираем, вырезаем, наоборот, вставляем. Сильно да. модернизировалось то, что было сначала до сейчас. Ну да, очень много сокращается, потому что потом понимаешь, что так, спектакль получается слишком длинный, а он все-таки у нас должен, пускай будет, ну, максимум 1:40, 1:50. Да, поэтому... всего? Да, без антракта, что ли? Да, в один акт. Да это же классно. Я сам люблю, как зритель приходишь, по-быстрому посмотрел. На одном дыхании, да. И нет, это классно, не конечно. Не теряешь настроение, вот эту атмосферу. Mm-hmm. Хотя я знаю, что многие любят прийти, потому что в буфетик сходить, в аттрактике, выпить коньячку, съесть пирожное. Но так можно потерять нить. То определенно. Надолго. Можно потерять себя. Себя потерять, да-да-да. Денис, вы говорили о паровозике энергии, которую приходится тащить главным героям, исполнителям главной роли в спектакле. Откуда вы берете личную энергию? Да, наверное, от людей, от друзей, от литературы, от кино, от жизни. И, конечно, от друзей и от творчества, которое вокруг, потому что я киноман, люблю фильмы, люблю читать книги, люблю смотреть всем, интересоваться. То есть что-то не получается, как какие-то нервы, что-то такое сыпется, приходите домой, кинчик включили, с другом поговорили, все, и заново как-то. Ну, по-разному бывает. Иногда, конечно, можно же пуститься и в какой-то кутеж. Так. Он тоже дает определенную какую-то энергию, размышления, например, что-то не получается, ты встречаешь там с какими-то коллегами, вы рассуждаете в этот момент. Что-то приходит. Да. А касаемо этого спектакля, как вы относитесь к таким людям, как ваш главный герой, которые ведут переписки и, как написано в описании, там считают себя такими классными ребятами. Да почему нет? Почему? Дело молодое. Да? Конечно, да. Потому что, пока ты молод, развлекайся. А вы вообще участвовали когда-нибудь в переписке, в реальной, вот письмами с кем-нибудь переписывались? Нет, я только друзьям писал в Уфу, когда ушел оттуда, с этого театра. Мы переписывались, по-моему, два письма отправили друг. Но это было 10-11 лет назад, тогда еще социальные сети не были так популярны. А девчонки сейчас нет? Нет? Девушка у меня? Да, не, с девушками переписываетесь? Нет? Не было такого опыта? Нет. Ну, а в соцсетях? В соцсетях, конечно. Да. Ну, в принципе, потому что, это, мне кажется, это... Ну, не тянет к ручке бумаги, вот магия в этом есть для вас? Определенно. Или вам как-то все равно? Есть магия в этом. Что-то пишете от руки? Да. Я там как-то записываю, даже когда-то пытался написать рассказ. Потом даже у меня была мысль по поводу романа, но я понял, что что-то в этом я не супер-пупер талантлив. Но это интересно, у меня где-то есть там внутри мечта, что когда-нибудь написать там либо пьесу, либо что-то. Я думаю, это, наверное... Но вы не выбросили эти рукописи где-то... Лежат? Да, они лежат. А подобно герою пользуетесь успехом у женщин? Вы как себя оцениваете? Нет, наверное, все-таки да, я нравлюсь девчонкам. Как-то не уверена, Ну и просто нет, я немножко кокетничаю, потому что это же такое дело, что да, я, конечно, такой красавчик нереальный. Нет. Но... Или есть девушка, она у уже... У меня просто есть девушка, у нас... все вот понятно, поэтому неудобно нам говорить. Это такой момент, да, вроде как, Хорошо, своей девушке я нравлюсь, это самое главное. Это да. И вот я как-то в школе от руля, такой, знаете, дымовуха это у нас называлась, я ее поджег и бросил в учительскую. Конечно же, узнали, что это я, вызвали маму, папа уже в школу не ходил, и вот вечером папа затопил баню, он меня напарил, все это, но он меня не отругал, а сказал, что я молодец, в том смысле, что он не сказал, что в смысле, что я молодец, я думал, что он меня сейчас будет ругать, все это, он говорит, ему понравилась, вот эта история, вот это хулиганство. Пойдем вместе дымовуху сделаем. Ему понравился моя оригинальность и вот то, что он придумал, потому что у него тоже всегда он конфликтовал с учителями и тому подобное, но при этом сказал, что так не надо делать, конечно же, в будущем, потому что ты подставляешь всю нашу семью и все говоришь, что это Васько, весь отца там и все такое. Но я про то, что я думал, что папа будет меня ругать, а папа меня не поругал, а даже сказал, что сынок, в принципе, неплохо придумал. Вот в этом. Моя школа, да, нормально. Но сладкое все равно не получишь. Ну, какая-то вот такая. Не хулиганьте, ребята, если вы нас слушаете. Твоя область.
Новосибирск 106.2 FM.